За последние два месяца сотрудниками Рязанского управления по контролю за оборотом наркотиков в рамках антинаркотического месячника был проведен комплекс мероприятий, направленный на пресечение преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков. Наркополицейскими было выявлено 99 преступлений, 56 из которых связаны с незаконным сбытом, 39 с незаконным хранением наркотических средств. Помимо этого, работниками управления по контролю за оборотом наркотиков была проведена операция «МАК». Проведение всероссийского антинаркотического месячника совпало с проведением первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК», направленной на пресечение и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. В период проведения первого этапа «МАКа» выявлен один факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. Во время одного из рейдов по городу в Московском районе на улице Крупской в квартире одного из жилых домов полицейскими были обнаружены пакеты с героином и маковой соломкой. Хозяйка квартиры со своими сообщниками приобретала наркотики через закладки и в дальнейшем занималась их сбытом. Позже выяснилось, что женщина была неоднократно судима за кражу и незаконный оборот наркотиков. В период проведения всероссийского антинаркотического месячника сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков пресечено три факта содержания наркопритонов, в том числе один факт содержания наркопритонов, где незаконно потреблялись наркотические средства опийной группы. Содержательницей наркопритона являлась 29-летняя жительница города Рязани, неоднократно привлекаемая к административной и уголовной ответственности. На протяжении последних двух месяцев на территории Рязанской области действовала организованная преступная группа, занимающаяся незаконным распространением наркотиков. В ходе спецоперации все ее участники были задержаны и сейчас находятся под стражей. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков пресечена деятельность преступной группы, в состав которой входил житель Рязанской области 26 лет. Из незаконного оборота наркотиков по результатам оперативно-розыскных мероприятий изъято свыше 600 граммов наркотических средств синтетического происхождения. По итогам всероссийского антинаркотического месячника сотрудниками Министерства внутренних дел Рязанской области в суд были направлены уголовные дела по 67 преступлениям, среди которых особо выделяются 4 факта легализации крупных денежных сумм, добытых в результате незаконного оборота наркотиков участниками организованного преступного сообщества. Сумма легализованных денег превысила 800 тысяч рублей. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».